Приветствую всех, вы на канале Новейшая История. Сегодня речь пойдет про группу крови россиян, и выясним, какая самая распространенная. Кровь – идентифицирующий показатель личности, который передается от отца к ребенку и не изменяется на протяжении всей жизни. Уважаемые зрители, еще больше интересных историй, о которых нельзя рассказывать на YouTube, вы найдете в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, и вы узнаете все исторические факты без прикрас, то, о чем не расскажут в учебниках по истории. Ссылка на телеграм-канал в описании и в закрепленном комментарии. Группы крови считаются древнее расы и национальности человека. По мнению ученых, главным отличием между всеми людьми считается как раз не цвет кожи или этническое происхождение, а кровь. Состав крови изменялся и формировался на протяжении тысячелетий, что связано с становлением иммунитета человека и его пищеварительной системы. В те времена пищевод человека лучше всего перерабатывал белковую пищу. Эта особенность повлияла на то, что теперь у людей с первой группой крови повышенная кислотность желудка, и они чаще других страдают язвенной болезнью. Со временем, когда численность населения стала увеличиваться, люди стали включать в свой рацион растительную пищу, так как мяса в нужном количестве не было. Употребление растительной пищи отразилось на составе крови, и поэтому возникли еще три другие группы крови. Новые группы наделили людей полезными качествами. Так люди с геном А считаются самыми приспособленными к жизни в современных условиях. Этот ген ранее был гарантией выживания человека во время таких эпидемий, как холера, чума. Кроме того, люди с данным геном более спокойны, прагматичны, дисциплинированы, они легко находят общий язык с людьми, поэтому и чувствуют себя более комфортно. Наиболее распространенной в мире является первая группа крови. Первая группа крови была обнаружена у 45% населения Земли. А самой редко встречающейся считается четвертая группа. В России, кстати, первая положительная группа крови также является самой распространенной. А это означает, что россияне – это целеустремленная, дисциплинированная, стремящаяся к лидерству, физически выносливая нация. Именно поэтому в России много выдающихся спортсменов, политических лидеров и так далее. Первая группа крови считается универсальной, так как подходит для переливания, в ней не содержится антигенов. Вторая группа крови может переливаться только людям с второй и четвертой группой, так как в ней содержатся антигены. Третья группа, соответственно, может переливаться только людям с третьей или четвертой группой, а четвертая – только людям с четвертой, главное правильно выбрать резус. А вот переливать четвертую, вторую и третью группы крови человеку с первой категорически нельзя. Если учитывать не только группу, но резус-фактор, то самой распространенной в мире является первая положительная группа, а самая редкой – четвертая отрицательная.